Новая машина Волжского автозавода «Нива». Она предназначена для тружеников сельского хозяйства. «Нива» удачно сочетает в себе выносливость и повышенную проходимость автомобилей «УАЗ» и комфортабельность «Жигулей». Мощность двигателя 80 лошадиных сил. Скорость машины до 130 км в час. Заднее сиденье складывается, образуя площадку, на которой можно разместить 400 килограммов груза. «Нива» создана конструкторами Волжского автозавода. Первая партия автомашин будет выпущена к 25-му съезду КПСС. Wake up early. Clap on some cologne. I'm ready for it. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day.